Ребят, всем привет! Это очередная распаковка от китайских подписчиков. Девчонки. Привет! Что у нас сегодня? Показывайте. Вот смотрите, какая большая коробка. Подарок. Подарок от китайских подписчиков, правильно? Угу. Так, ну что, по старой традиции разыгрываем. Кто же у нас будет открывать? Да, быстро. Папе, ножницы, бумага. Ну, как обычно, быстро. Камень, ножницы, бумага и колодец. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага и колодец. Раз, два, три. Опять упал? Вероникина очередь. А в тот раз кто выиграл? Я. Опять ты выиграла? Да. Поля, тебе не повезло в этот раз. Меня так не вели. Ты сразу так. Уже как профессионал, уже раз и все открыла. Это танк. Что же там внутри? Танк? Рыли? Да. Серьезно? Ну, давайте, давайте. А если быть точнее, здесь два танка, да? Так, батарейки обязательно. Два. Ого. Слушай, можно битву устраивать, я так понимаю, между собой. Да. А там что, есть вот так? Так, сразу же, мне хотелось бы вас спросить, как вы, ваша реакция на этот подарок? Мне как нравится. Вам? Класс. Мы еще делали из бумаги такие бомбочки, мы будем биться, получается. Угу. У нас будет битва. В танчики-то будете играть? Вау! Вот тут еще есть батарейки. Ничего себе, запасных сколько. Ну давайте, комментируйте, что там? Тут танк. О, тут можно ими управлять. Наверное, мой будет вот этот. Почему? А это может разыграем? Он белый. Он белый. Ну, я думаю, надо разыграть. Ну я поволосся. Чтобы никому обидно не было, окей? Ну окей. Камни, ножницы, бумага, да? Тот, кто выигрывает, тот выбирает танк. Раз, два, три. Поле выбирает, да? Почему этот? Расскажи. Ну, потому что я выбрала, потому что вот этот цвет по моим волосам. Че? Блондинка. Ну, давайте рассказывайте ребятам. Ребят, по старой традиции мы делаем трансляцию на канал Билибили. Подписчики смотрят распаковку подарков. А, ты выбрала? Кстати, мне нравится почему-то вот этот цвет, очень шикарно. Угу, здесь какие-то надписи даже, вон, смотрите. О, вот он и он. Давай сейчас. Есть батарейки? Нет, давай. Сейчас, в общем, надо подцепить наши батарейки. И, кстати, заметьте, пульт управления сделан в виде бинокля. Ой, я заметил. Это у меня. Он ожил, он ожил. Давайте подцепляем, да, сами, да? Все. Ну да. Опять. Ты, наверное, там неправильно что-то подцепляешь. Угу. Это я! Битву. Спасибо, что ты включила. Это? Ага, вы перепутали пульты, получается, да? Здесь в наборе два танка, и, я так понимаю, эти два танка устраивают между собой битву. То есть направляешь на танк ствол, он принимает вроде как удар. Да, ну-ка вот стрельни, давай. Стрель. Вот, он, у него даже прям отдача даже есть. И, в общем, надо сейчас разобраться. Мне кажется, что-то, видимо, как дуэль какая-то происходит между собой. Между двумя танками. Она стрельнула в него и заморгала лампочка вон. Вот, сейчас ты сломалась. Поняла? У тебя танк сейчас вышел из строя, и у тебя моргают все лампочки, посмотрите. Вот, а у нее якобы раз, два, три жизни еще осталось. Пока Вероника разбиралась, как его завести, как развернуться, Полина расстреляла его. Я даю отсчет. Раз, два, три, и начинаем, окей? Заводим свои танки, выезжаем на поле битвы и стреляем. У каждого есть по 4 жизни. Давайте, раз, два, три. Заводим свои танки, выезжаем. Таскать танк нельзя. Это нечестно.
Так, девушки, в общем, пока разбираются с этим управлением. О, один танк выползает. Один выползает. Так, вышел на поле битвы, давай. Опа, он уже ведет огонь издалека. Смотрите, что он творит. Так, минус одна жизнь у Полины. Ой, минус две жизни. Сразу же, ранение. Мигает, последняя жизнь осталась. Поля. Ба, проиграла Поля. Так, сколько у тебя жизни осталось? У тебя все жизни. Она очень интересную тактику взяла. Она взяла, выставила свой танк на линию огня, причем руками. И начала стрелять Полинку издалека. Полина пока с этим управлением разбиралась, тебя расстреляли. Ну, начинаем заново, окей? Полина уже стреляет. Так, минус. Минус две жизни. Ранение, ранение. Две жизни осталось. Одна осталась. Все. Победа. Полина победила. Рассказывайте, какие ваши ощущения, впечатления? Почему вы этот раз выиграли, а в тот раз проиграли? Ну, просто не настроилась. Папа, вы прямо видите, у меня так нет. Вот так вот, смотри. Смотри на мой танк и вот так. Да-да-да. Ты одной гусеницей, потому что управляешь, а нужно управлять папа сразу двумя гусеницами. Все, сломалось. А как так-то? Победа. По одной жизни осталось. Ну? Она проиграла! Победа! Как вам подарок? Мне очень понравился. Он очень клевый, потому что можно всегда не сидеть за компьютером, а можно всегда играть в эту игру, потому что это перед этими два танками можно драться. Угу. И это очень весело. Ну ты, я так понимаю, с управлением разберешься и улучшишь свои навыки вообще стрельбы. Разобралась. Я видел, как ты разбиралась, когда ты его вот так вот берешь, ему башню вот так вот поправляешь, вот так вот его вот так переставляешь. Я могу вот так управлять, потому что у меня так нет времени. Понятно. Поля, как тебе? Очень классно, я уже научилась. Да. То есть одна игрушка такая, да, и она рассчитана на двоих детей. А вас не смущает то, что это может быть мальчиковый подарок, нет? Нет, не смущает. То есть... Это и мальчикам, и девочкам можно. Можно, да? Потому что... И мальчикам, и девочкам, по-моему, это весело. Ну, получается, ну, да, некоторые принципе. Мальчики обожают играть в Барби, некоторые обожают играть в машинки. Вот, например, я люблю играть в машинки мальчиков. Ну все. Я тоже. Говорите нашим китайским подписчикам спасибо. Можно по-китайски. Мне еще вон то. Ну, это будем говорить пока всем. Не знаешь, как по-китайски сказать. Ну все, пока, говорите. Спасибо. Пока, ребята, всем. Bye-bye.